А у нас сегодня вот такой автомобиль. Это Opel Vectra B. Вот у него вот такое крыло. Паутина. Приятное такое, красивое. Мне, кстати, нравится. Что-то в этом есть. Если вот так всю машину покрасить, будет прикольно. Да? Крыло. Потом задние арки гнилые. Это же Opel Vectra. У меня был такой Opel Vectra A. Вот у него Vectra B, Vectra C, не знаю. Металл здесь толстый. То есть эти арки перевариваем. С другой стороны та же история. Все красим, крылья красим, тут тут тоже делаю. И заднюю дверь. То есть у него такая же коррозия. Вот коррозия пошла, вот. Все это убираем и красим тоже. Вот так. Машина огонь. У меня была Opel Vectra, только положительные эмоции. Ну это после того, как я все переварил. Даже не я, а мне ее переварили. Ехал хорошо, движок я откапиталил. Копейки какие-то вышли. Бензин, правда, так нехиленько жрала. Крыло надо полностью очистить от краски. Это вот то, что паутинка, эта краска не высохла. То есть, скорее всего, в нее добавили отвердитель, покрасили, а остатки с отвердителем оставили. Ну, просто тот, кто красил, не знал, что она уже с отвердителем. Допустим, 2-3 года она стояла. Она уже не застынет никогда. Либо просто у нее срок годности вышел. То есть краска, она вязкая очень. Она так и не застыла. Ее очищать очень сложно. Вот. Вот что с кругами получается. Я уже 3 круга убил, они просто забиваются и ничего с ними не сделать. И как вариант полностью снять краску, ну, как бы это не мой вариант, не люблю я так, когда. Я уберу верхний слой, тут практически уже все осталось, и загрунтую заново. И по крышке расскажу. Крышка, у них коррозия всегда идет по этой части. Здесь получается нужно вырезать стекло, чтобы ее полностью убрать. И вообще по-хорошему надо вот эту часть всю вырезать и выкидывать, новую вываривать. Ну, это из бюджета вообще выходит. То есть здесь я просто все очищу. Я уже протравил. Затем еще раз очищу, еще раз протравлю. Закрою это все. И покрашу. Ну, то есть максимум еще уберу ржавчину. То есть там она почти вся убралась, но тоже осталась. Вот. В луночках вот эти вот, как раз мелкие вот эти луночки, мы ржавчину в неактивную фазу перевели. Если мы закроем, скорее всего, она не выйдет. Вот такие пришли арки. Кому надо, на паузу поставить. Это Opel Vectra B, и, насколько я понял, еще на Opel Vectra A. Снизом, вот этой вот частью. Здесь не такие масштабные повреждения, но скорее у них вот так вот, да, гниют. Я посмотрел, порог еще дырявый, так что вот эта вот штука тоже сюда пойдет. Вот он, на сквозняк. Ткнул, и он насквозь. Сейчас мы их вырежем для начала. Искры от болгарки летят всегда, особенно на стекла, так что лучше закрывать, когда что-то резать, по крайней мере, хотя бы эти, куда будут лететь. Для начала вот так, лучше меньше отрезать, если не хватит еще. Этот металл останется.
еще не такой мертвый. Я его очищу. Варить буду стык. Я считаю, так лучше, когда варю стык. Сейчас еще чуть-чуть подрежу. Пока еще раз закроем. То, что вскрылось. Отлично. Как себе домой. Сейчас потом такой пропильчик сделаю. И эту зажму. Все, сейчас внутрянку надо всю закрыть. Сейчас подсохнет это. Загрунтую. А, герметик. Но герметик надо сейчас. Вот здесь. То есть здесь наносим герметик. Эту кладем уже на герметик, здесь надо должно быть все герметизировано. Вот. И провариваем потихонечку. Грунт специальный протравливающий. Детальку тоже грунтуем внутри, вот тоже кислотником. Я здесь не буду все проваривать сплошняком, здесь незачем. Здесь полностью все будет заполнено герметиком. То есть сюда вода, отсюда, если она сюда попадет, она проходить не будет. Изнутри также. То есть здесь слой, там слой, и это я еще зажму. Зазор. Зазор.
Вот так. Начал вскрывать, тут вообще жесть какая-то. И как это представляете делать? Это шпаклевки все. Господи, вот так вот все шпаклевки. Ну тут вон какой слой. Здесь само собой все отслоилось. Блин. Варить-то к чему-то надо. Он поскреб. Дырку наскреб. Вот такая вот дырка. Одна дырка в порог, одна дырка в салон. Сейчас буду замазывать, вот забрызгал этой, он уже подсохла маленькая кислота. Здесь дырка, здесь я делать ничего не буду, здесь дырка, я просто это все закрою и все. Здесь тоже забрызгал, сейчас буду мазать. Все это замажу красивенько и все. И пущай едет.
Вот как тут все замазано. Ну вот, сейчас буду укрывать, что получилось. Так и будет. Крышка вся в сколах, в этих, в ржавчине, то есть практически всю ее обдирал. Вмятина была. Ну и здесь так. И крыло. Крылышко. Даже обезжирим сейчас. Он что-то рисочка видно. Здесь я еще риску не убирал. Надо пройтись маленько. Положил антигравий для шагрения. Сейчас он подсохнет. Так укрыто. Здесь тоже. И так крыло. Ну, этот красный, я надеюсь, укрывистый. Он солид. Ну, вот в итоге что вышло. У нас тут ливень страшный. Ну и крыло. Как видно, тут вообще оно не совпадает. А вот когда я заполирую, я думаю, оно совпадет. Есть такое мнение. Но даже видно по зеркалу, что оно не совпадает. Зеркало намного лучше стреляет. И, скорее всего, просто очень сильно все затерлось. Крыло переднее полировать, заднее не буду. Чуть-чуть я его полирнул сверху. Это арка. Вот там дырку вот эту я закрыл. Здесь все промазано. Проем. Здесь я не полировал. Я что-то неохота. Крыло тоже не полировал. Мусориночки небольшие есть, но они не критичные совсем. Лак ХС. Так что шагрень такая. Ну вот по цвету что получилось. Один в один вообще. То есть заполировал. Дима хорошо подбирает. Дальше крышка. Ну и это крыло. Есть небольшие просадочки, но это ладно.